Ах, этот прекрасный запах моря. От него веет тоской и безграничностью. Я прощаюсь с ушедшим навсегда в прошлое страшным годом тигра по китайскому календарю в удивительном месте Мас-Паломас возле маяка. И встречаю год зайца, кролика, маяк, как надежда. Классно. Море. Океан. Можно сказать, самая южная конечность Канарских островов. Не знаю, видна ли моя морда. Но я рад. Я как-то уже себя по-домашнему чувствую здесь. В этом когда-то таком далеком мире. Теперь это мой маленький дом. Мой маленький остров. Где все хорошо и просто. Пока что, по крайней мере. И океан вокруг, который очерчивает границу видимого мира. Интересно, некоторым людям жизнь на острове кажется замкнутой в пространстве, а кому-то наоборот, кажется, что без моря на горизонте нет смысла. С новым китайским годом, годом кролика. Дай бог, чтобы он был более мягким, чем ушедший год тигра, год страшных перемен.